Ежеминутно мы избавляемся от ненужных вещей. Старые книги, списанные тетради, пожелтевшие журналы, использованные пластиковые бутылки. Мы не замечаем, как, избавляясь от мусора, засоряем нашу планету. Пора остановиться. Собери бумажную продукцию, пластиковые бутылки и дай им вторую жизнь. Каждые 60 килограммов макулатуры спасают от вырубки одно дерево. А объем отходов из пластиковых бутылок с каждым годом растет на 20%. Внеси свой вклад в спасение экологии. Справки по телефону 36 20 78. Пункт приема находится на территории торгового центра «Сокол». Ненужное может стать необходимым.